На второй ковер приглашаются Мусалау Закария и Алимкул Сыймы. Попробуй жопу на него, чтобы он, знаете, жопу занять. Давай, Зака. Аккуратно, спокойно. Ноги не отдавай. Не спеши, не спеши, да. Не спеши, спокойно прочекай его. Не напрягайся, брат. Не напрягайся. Времени много. Шугуй его. Рукой напрягай, рукой, голову его. Рука на лбу, да. Левую ногу не отдавай. А что? Салмин стайл. Зака, спокойно, спокойно. Просто спокойно. Не напрягайся, пожалуйста. Не тяни туда руки, Ир, не надо оно тебе. Своё делай, Зак. Три ноль. Все хорошо, Зак. Давай, давай. Шопу на него занеси. Попробуй, попробуй. Попробуй затуши. Попробуй руку. Взял? На себя, аккуратно. Прикольно, вытягивай на себя. Делаешь? Можешь ноги под него и попытаться надуть. Но это будет опасно. Попробуй руки затушить ногой. Есть. Держи. В другую сторону перекидывай ее. Попробуй. Ладно. Перекатись, я попробую. Зацепи руку и перекатись. Я думаю, будет ноги пулить. На спину положись. Вес поломан 4-0. В ту сторону, Зака. О, 6-0. Зака, если устал, не держи долго. Держи, Зак, задержи. Давай. Фух, хорош. Обратный маунт не отдай только. Зак, отпусти захват, отпусти, руки свои. Время еще есть, спокойно будет. Дип халгард, зайди ему. Да, черепаху, прикинь. Ну посиди здесь, если ему так кайф там валяться. Давай, зайди. Давай, читерский подбородок, Юр, нужен. Взял, здесь знаешь, что делать. Подними их, ну не надо, снимать. Здесь, накинь. Где у меня спортсмены? Просто бок его, Юр, завали, все. Надоел тут сидеть. Зак! Вап. Попробуй ножку затянуть на него. Вот. Минуту 15. И как Иса показывал, переверни просто его. Вот. Взял. Что там?
Тебе за спину надо выйти, родной. Где же, так сказать, где ты? Все, просто его бок развалил. Молчи, молчи. Сиди там. Так, минута 20. Юр, полминуты, как раз. Юр, мы такого не изучали, я не знаю, что тут сказать. Все, Зак, работаем. Встал. 14 секунд. Восемь секунд. Пять, четыре, три, два, один. Стоп. Молодец.